Доброе утро! Мы с Афоней проснулись в 9 утра. Мальчики еще спят, папа уже на улице давно, наверное. Да нет, не уехали, я сейчас позвонила. Афоня проснулся, у него кошелек, немного температура. Но мы уже выздоравливаем, да, Афонь? Мы выздоравливаем? В общем, мы выздоравливаем. Афоня попросил, ну погоди. А мы сейчас будем завтракать. В общем, яичница, чай. У нас сегодня яичница с помидорами, потому что вчера остались нарезанные помидоры. Я очень хочу яичницу с помидорками. И водка тут, блин, стоит. Надо ее убрать. Ты что берешь? Шлите, мальчики идут на день рождения. Пошли. А ты что, воду берешь? Да, это мне. Я люблю сладенькое. Я такое сладкое. Да? Угу. День рождения в авокадо. Пошлите. Слушай, я что-то тоже передумаю. Да, да. А это мы соберем. Давайте, пошлите. А ты что первый? Нет, мама первая. А это-то я помню. Да? Ночь, когда Гриша не спал, и потом он вырубился, его даже никто не трогал. Да, да. Вот делай с ним что хочешь, а он спит. А он спал, да. Ему так, а кто у нас тут клацает свет? Ку-ку! Коля! Ку-ку! Ну как, ты уже ходишь по стенке, Колян? А, включай свет и пойдем гулять. Привет, Маргось. Коля, нельзя! Нельзя! Что, не ругайся, не надо, не надо, не надо. Мы идем гулять с ним, да? Нет, ему не надо. Ой, Коля. Это Гриша на крёстная, Женя. Это у нас. Нет, это Даша. Какая Даша? Там еще Ладки, мы крестить Гришу приехали. И это кто? Да, и нет, это все Гриша маленький. Гриша маленький, да. Тут кресло еще. Вот это где-то вы были, там, как-то. Да. А это опять пока Гриша. Это все никого, Гриша, да. А все остальные в компьютере. Это Гришины только сделанные. Да? Надо исправить. Без колёничного веса у них нету. Включила Афоньке сейчас компьютер. Ты кого любишь, Афонь, расскажи. Бойку. Бегает. Когда еще самый сильный, мам, пойди, иди. Дети заняли. Сегодня с дня рождения Антоша привез. Привез вот такую вот мозаику по номерам. Это для Афони, да? А я разобрался. Здесь на тройки и пятерки желтые. А где понять, где какие цифры нарисованы? А здесь, смотри, здесь есть цвет. Угу. По цвету надо. Угу. Вот если это оранжевое, значит это оранжевое. Я уже блестяшки. Афон, тебе понравился подарок? Да. Вот смотрите, я уже блестяшки даже клею. Мама, куда вот эти? Ну, вот надо внимательно сюда посмотреть. Вот на носик какую-то, видишь, вот большую это вот нужно. Вот смотри, сюда вот еще на колесики, видишь? Без... Мам, а это я понял. Смотри, если здесь травка, значит, надо сделать сам кубик. Угу, треугольничек. Ну, сюда просто надо... Может быть, на елочку его? Да, на елочку это обязательно. Пора елочку не забудь. Афонь, посмотри на меня. Ну как, ты выздоравливаешь? Да. Нет. Завтра еще дома будешь выздоравливать, да? Да. Мам, в компьютере не сидеть. Правда? Сейчас, а как тогда? Просидит, когда ветранка будет. Чашками. Кто так ногти себе накрасил? Я не понимаю, для чего я так черная.
Магнит какой-то. Не знаю. Ну, наверное, для сюда надо наклеить. Магнитик на жопу. Фонька. Не говори, что выздоровел уже, да? Да, надо завтра уже идти. Нет, чего я буду дома, всё. Я всё время... Сейчас ногти наклеятся.